Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик, у меня на валике 10 тысяч 65 рублей. Этот баланс у меня остался с прошлого видоса. Мы там вывели перчатки за 14 тысяч рублей. Это вот баланс, который у меня остался после вывода. Вот, кстати, сами перчаточки мы их в прошлом ролике вывели. Кто не смотрел ролик, обязательно посмотрите. Сегодня будем подниматься с этого баланса. Надеюсь, мне гагдропчик будет сегодня выдавать еще лучше, чем вчера. Потому что вчера мы сначала чуть ли не слили весь баланс. Потом каким-то чудом камбэкнули, вывели перчатки. Ну и в общем мы остались в нуле. То есть у меня был начальный балик 24 тысячи. Я вывел перчатки за 14 тысяч, и на балике осталось 10 тысяч. То есть мы вчера ушли в ноль, но при этом вывели перчатки. Надеюсь, сегодня, говорю, меня гагдропчик еще как бы и в плюс уведет, и желательно какой-нибудь жесткий. Ладно, полетели со старта. М-ки против калашей, 5 штучек на 7 тысяч рублей. Это 70% моего баланса, но это традиция. Начинается с этого кейса, и в идеале хорошо с него окупаться. Ну что за дерьмо-то падает? Ну что это? Не, вот это было грустно, если честно. Давайте еще 5 штук также на 7 тысяч попробуем. Может, со второго открытия что-нибудь хорошее. Но что-то как-то хорошее мне сегодня не падает. Так, начало видоса. Ну, такое себе, честно вам скажу. Как-то мы вначале многовато подслили. На балике 5000. Хорошо, а если вот так вот один быстренько открыть? Ну, горел щелкунчик, может прямо за... Ну, 2600. Так, хорошо, а если магический? Может магический сейчас? Магический сейчас хорошо выдаст. 3300. Ну, вот такие вот нормально. 700 на балике. Давай, еще 3 тебя. Теперь ты меня тоже окупи. Ну, 4200, а это окуп или нет, я что даже не понял, если честно. Но это в нуле мы, да-да, это в нуле, еще 3. Но вот это уже минус, еще 3. Так, вот, 5800, уже лучше, 8000. Но понемногу начинаем камбэкать баланс. Но надо как-то и в плюс идти. Так, код красный, начало хорошее, 2000. 1500, но только вот начало и хорошее, все остальное дерьмо. Ну, может, этот прямо завода, да нет. Еще 4 штуки на 5600. Нет, короче, этот кейс меня вначале вообще не окупает. Сегодня мы, к сожалению, начинаем в минусе. Это на самом деле плоховато, но у меня есть идея, как можно выйти еще в хороший плюс. Сейчас нужно пооткрывать много более дешевых кейсов, чтобы просто открыть все бесплатки, и вот с них уже можно хорошо окупиться. Ну, короче, сегодня будем подниматься с 4000. Началка у нас была 10 тысяч, но нам немножко не повезло. Это хреново, ибо я люблю вначале говорить, как ролик начнешь, так и вы закончишь. Но сегодня мы обойдемся без этой поговорочки. Также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также за каждый задепозитивный рубль вам дают один спипоинт. Что это такое? Короче, переходите к акциям, переходите в скинопад, и вы вот здесь можете свои спипоинты обменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 10 тысяч спипоинтов. Давайте обменяем. И мне падает СГ. Гипноз за 4900. Это плюс 49% к пополнению. На самом деле сейчас хорошо упало. В среднем с этих SP-поинтов можно лутать где-то от 30 до 70% к депозиту. Тут как повезет. Иногда может сильно повезти и упадет сразу x2 к балансу, то есть плюс 110% к депозиту. Иногда плюс 106%, иногда плюс 80%, иногда плюс 24%, плюс 12%, плюс 37%. Короче, тут как повезет. Это все-таки кейсик, из него что-то случайное падает. Но обычно в среднем отсюда можно от 30 до 70% к депозиту забирать. Еще у них есть биту поколений. Вы можете открывать CSGO или CS2 кейс. Если выбиваете какой-то топовый дроп, то поднимаете таблицы лидеров и забираете призы. Мне падает CZ Тигр. Это 119 рублей. На самом деле так себе, потому что этот кейс стоит 150 рублей. То есть я даже не окупился. Еще у них есть барабан бонусов. А первый раз крутите его, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Ладно, полетели дальше открывать кейсы. У нас уже дела чуть-чуть получше. 9300 на балике, потому что нас засейвили из пи-поинты. Но в идеале надо еще больше поднимать. А давайте сейчас тронем золотая осень. Один кейсик за 2000. Так, может агент? Не, агент не падает. МП7 градиент. Но тут от качества зависит. Ну сколько? 937. Дерьмо, еще один. Так, МАК-10 неоновый гонщик. Зависит от качества. Если хорошая, ну 1400. Нет, ну что такое-то? Алло, гагдроп, может уже как-то пора выдавать, но бога ради. Давай, давай. Вот, Wildfire, вот это совсем другое дело. Wildfire, это уже дорого. Сколько ты стоишь? 4000, отлично. 9700, мы камбэкаем на балансе. Давайте вот так 3 штуки Рошели Рошби на 6000. Я вроде вначале сказал, что надо открывать более дешевые кейсы, но я передумал. Все-таки хочу сегодня дорогие пооткрывать. Так, и не зря, 7000 нападает. Нормально, десяточку мы нашу возвращаем. У меня уже почти все бесплатки открыты, кроме элитного. Но вот до элитного еще надо на 44 тысячи рублей крутануть. Это, конечно, ну тяжеловато, но мы справимся. Хорошо, взрывной, одну штуку за 3200. Мне кажется, я неадекватный кейс открываю по своему балансу. То есть у меня 10 тысяч, а я открываю кейсы за 3000. Но зато так интереснее. Так, элитное снаряжение, ОП, ну 1700, давайте еще один. Давай, давай, ну выдавай что-нибудь побрать. Вот давай, ну дамасскую сталь, нож, бабочку, блядь. Дигл, ночная буря, ну 3400, неплохо, давайте еще один. Так, новый скоростной зверь, без понятия, сколько она стоит, честно скажу вам, 1500. На балике 8000 рублей, хорошо, вот так 5 штук на 7000. Давай, ты меня вначале сегодня очень жестко слил, пора как-то, ну, уже возвращать мои деньги.
Да, он даже не собирается возвращать. 5-100, еще 4. Так, неплохой начал. Ну нет, 1100 плохой. Ау, хороший. Давай еще что-нибудь хорошее. Нет, все. 5300, ну слабо, ну очень-очень слабо. Ну что это такое? Я еще и в минусе на 300 рублей, с учетом, что мне упал хороший аук. Так, 3400, отличное начало. 827, 1400 и последнее, 1300. Ну вот это уже получше, давай еще 5 штук. Так, 1400, неплохо, 2800, отлично. Вот это тоже, 3000, давай огненный элементаль, дорогой, пожалуйста. Ну нормально, 10500, отлично, отлично. Хотя бы десятку нашу возвращаем. А пока что мы крутимся, конечно, в нуле. У нас до сих пор 10 тысяч на балансе, с чего мы и начинали. Но зато у нас почти открыты все бесплатные кейсы. А сейчас давайте попробуем магически одну штучку за 2700. Так, 2400, ну в маленьком минусе, можно еще один. 1500, еще один. Ну давай, ну выдай что-нибудь хорошее, ну я тебя прошу, ну ты же можешь. Ну, 1800. Ладно, вот так вот, 3 штуки на 6000 полетели. Так, глок 971, хайпербис хороший, и последний глок, но уже лучше качество, 600, нормально, нормально. В маленьком, но плюсе. Так, вроде как у меня должны быть открыты, да, все бесплатные кейсы, давайте отсюда заберем халяву. Тут есть что, пацаны, бесплатные кейсы открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И вот с элитного в лучшем случае от 4 до 5 тысяч падает. Но вот маг 10 пропаганда, это, мне кажется, вообще не лучший случай. А, нет, 400, 4100 рублей вот этот маг стоит. Меня все устраивает, на балансе 12 948 рублей, это, ну вот это прям красивенько. Теперь еще, чтобы платиновый что-нибудь жесткое выдал, и тогда была бы вообще красота, давай. Так, резной нефрит, это неплохо, это 2000 плюс стоит, я же прав? Ну вроде да. Да, это стоит еще 4000, нам платиновый, вот когда платиновый выдает 4000, это уже чудо, это очень редко происходит. Элитный, ну он часто выдает от 3 до 4 тысяч, но вот платиновый. Давайте сейчас вакбан, карточку за 4000 вот сюда. 5400, отлично, 5400 меня устраивает. Раша или Рашби, 3 штуки на 6000 полетели. 964, ну вот Хайпербис неплохой, но все остальное дерьмо. Но 4400, я не знаю, что-то сегодня вот эти кейсы вообще не выдают. Все кейсы, которые меня обычно хорошо окупают, это М-ки против Клашей, Раша или Рашби, Золотая Осень, они сегодня все меня сливают. Ну что такое? Давайте Муай кейс покрутим. Муай кейс это один из самых окупаемых кейсов на ГГ-дропе, он прям в начале это доказывает. 3200 падает, отлично. Его быстренько покрутим, посмотрим, как он будет выдавать. 3900, отлично. 3400, отлично. Может сейчас даже 20 тысяч апнем благодаря этому кейсику. Но мой кейс он может, он реально очень хорошо выдает. 3500, отлично. 2899, это тоже нормально. Маленький, но плюс. 5200, у нас на балансе 21230 рублей. Вот как же я люблю вот эти вот два кейсика. Муай и цветочный. Сейчас, кстати, цветочный покрутим. Потому что вот эти кейсы, ну они всегда меня окупают. Бывают дни, когда там эмки против клашей, Рошей или Рашби не окупают. Золотая осень. Но вот эти вот два кейсика, цветочный и муай, это самые стабильные кейсы на гагдропе. И самые лучшие, между прочим. 4300, отлично. Просто отлично. Ну вот 2000 немножечко неприятно, но мы сейчас еще 5 штук откроем. Давай, еще 5 штук также. Ну, что-то, походу, я перехвалил эти кейсы. Цветочный меня сегодня начинает сливать. Ну, давайте еще 5. Не, ну, 3500. Вроде уже более-менее камбэкает мои деньги. Еще 5 штук. 3000. Нормально. Еще 5. 3300. Отлично. Еще 5. 400, отлично, на балике 23 569 рублей, и я предлагаю, короче, напоследок рискнуть, открыть вот так 5 штук золотая осень на 10 тысяч рублей. Если нас сейчас хорошо окупает, то в принципе мы можем закончить ролик с балансом в 30 тысяч рублей, и это будет прекрасно. Но если не окупает, то конечно сейчас можно... Ну короче, ладно, полетели, в конце надо открыть 5 штук на 10 тысяч. Я сегодня в основном открывал дешевые кейсы, и в конце по-любому надо для контента что-нибудь открыть. Дорогой атомный сплав, отлично, 5 тысяч. А вот все остальное среднячок, да, 9900. Ну, как будто вот напоследочек можно еще 5. Ну, вот прям есть такое ощущение, что надо. Что не зря это делаю. Ну, что-то как-то походу зря, да, 2800, 1800 и последнее. Ну, последнее 3... Не, нормально, 10300, нормально. Еще можно 5. Ну, как будто вот, ну, вот прям стоит, стоит. Есть такое ощущение, что надо открыть еще 5 кейсиков. 5200, отличное, отличное начало. 2200, 2400 и последний 1700. Нам падает шмоток на 12 тысяч рублей. Мы продаем на балике 26 тысяч рублей. И я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать видос. Мы как раз вчера вывели перчатки за 14 тысяч. Сегодня подняли 16. То есть мы вывели перчатки и еще подняли к балансу плюс 2000 рублей. Но мне кажется, ну красиво же, согласитесь. И лучше как раз на этом и закончить данный ролик. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят погнать на ГГ-дропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всеми.
всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про SP-поинты, биту поколений, барбан бонусов, бонусы. Короче, халява на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению видоса. Я считаю, за такой ролик 100% можно, ибо вчерашние перчатки мы отбили и при этом еще вышли в плюс. Да и в принципе мы за видос подняли плюс 16 тысяч. Это по-любому заслуживает и лайка, и подписки, и комментария. Все, парни, всем удачи, всех люблю.